Apache – один из самых известных ударных вертолетов мира. В 70-х годах 20 века армия США почувствовала необходимость в новых ударных вертолетах, которые бы подходили по характеристикам для выполнения боевых задач. Так, 15 ноября 1972 года Управление армейской авиации объявило о начале конкурса подачи проектов перспективного вертолета. Участие в конкурсе приняли различные компании авиационной промышленности, а в полуфинал конкурса вышли 6 крупнейших американских вертолетостроительных компаний с 5 проектами. В июне 1973 года двум финалистам Bell и Hughes были выданы контракты на разработку и производство прототипов. В сентябре 1973 года программа разработки перспективного ударного вертолета вошла в большую пятерку наиболее приоритетных программ развития армейского вооружения и военной техники, что вкупе с объемом потенциального заказа стимулировало конкурсантов быстрее завершить прототип. В ходе проведенных сравнительных испытаний образец компании Hughes показал свое значительное превосходство над конкурентом в скороподъемности и маневренности, и в целом его характеристики превосходили армейские требования. После победы в конкурсе компания еще длительное время продолжала доводочные испытания вертолета, внеся ряд изменений в его конструкцию и бортовое оборудование. В общей сложности объем летных испытаний составил 2400 часов. Из-за ряда трудностей решение о серийном производстве было отложено на 2 года, и только летом 1981 начались войсковые приемочные испытания вертолета. Строевые экипажи остались довольны новой машиной, и 19 декабря того же года было принято решение о серийном производстве вертолета под обозначением H-64A или просто Apache. Для выпуска Apache был построен завод в городе Меса, штат Аризона. Первую серийную машину выкатили 30 сентября 1983 года, ровно через 8 лет после первого полета H-64. Теперь про само вооружение на вертолетах Apache. Стоковый ударный вертолет имеет 30-мм пушку M230 Chain Gun. Это авиационная одноствольная автоматическая пушка, длина которой составляет 168 см, а масса 58 кг. Несмотря на мощные боеприпасы, пушка M230 Chain Gun имеет большую скорострельность для своего калибра, которая составляет 600-650 выстрелов в минуту. Сама скорость вылетающего снаряда сразу после выстрела – 805 метров в секунду, что позволяет прошивать вражеские укрытия и доставать противников, которые находятся в зданиях. Кстати, привод у пушки электрический. Помимо пушки, на вертолете также устанавливаются 16 противотанковых ракет АГМ-114 или 4 установки с 19 70-мм ракет Гидра-70. Что именно из них будет установлено, зависит от конкретной задачи на момент вылета вертолета на задание. Помимо этого, вертолет оборудован навигационной системой для полетов ночью и вместе с системой инфракрасного излучения хорошо себя чувствует в плохих погодных условиях на высоте не менее 30 метров. Конструкция Apache обеспечивает высокую боевую живучесть вертолета. В частности, нулевая уязвимость вертолета при одиночном поражении пулей калибра 12,7 мм при скорости 490 метров в секунду и минимизация уязвимости при поражении 23-мм осколочно-фугасным снарядом. После такого попадания по любой части конструкции машины вертолет способен продолжать полет в течение минимум 30 минут. Предполагаемый срок службы вертолета – 15 лет.